Здравствуйте, снова с вами магазин Мотовелотехника. Сегодня у нас на обзоре скутер Suzuki LS4, 4-тактный инжекторный воздушного охлаждения. Скутер проведен в Тихоне, без пробега ПРФ. Сейчас сделаем небольшой его видеообзор, запустим двигатель, проверим электрику. Начнем с передней части. Значит, рычаги у нас ровные, не закисшие. Фара целая. Значит, передняя покрышка уже практически износилась, желательно поменять, имеет порепанности. Вот такой диск с небольшой коррозией. Так, в боковой части у нас все цело. Задняя покрышка также уже требует замены. Это мы можем сделать, если нужна будет замена, можем сделать для вас замену покрышек. Возьмем только за стоимость покрышек, за работу ничего не будем брать. Задняя оптика. Здесь какой-то налет. Даже не царапина, как будто краска какая-то. Что запустим? Давайте посмотрим, что под сиденьем. Два зеркала, два четыре, инструкция. Ну, тут все на японском. Вряд ли это вам пригодится. Читается скутер легко. Пока он немножко прогреется, проверим. Ближний дальний работает, поворота, правый сигнал. Дальний горит, стоп работает. Данный скутер можно приобрести как в кредит, не выходя из дома. Можем оформить заявку онлайн также за наличный расчет, возможно, оплата картой. Можем отправить скутер транспортными компаниями, сделать можем самостоятельно обрешетку, чтобы скутер приехал в том виде, в котором мы вам отправили. Все эти моменты можете уточнить по телефону. Есть также другие модели скутеров. Могу сделать дополнительное фото-видео этого скутера, если что упустил. Пишите, звоните, постараемся всем ответить. До свидания.